Ассаламу алейкум, друзья. Прилетели в Вегас. Последние дни до боя. Может, захватим Вегас. Приятного просмотра. Баракала. Пацаны, салам! Эй, вы сами захватим это Вегас, я вам говорю сейчас. Ахмад, ты главный Адидас, понял? Хажи. Кто там на моем месте сидел, скажи, да? Как вот это большой плюс, потому что ты не попал. Нормально, да, что я с вами не летел? Я один так сидел, спроси его. Я зато сидя сидел. Я зато сидя был. Всю дорогу горизонт. 17 часов, брат, сидя летел. Это что, косяк? Нет, какой косяк? Это не косяк, брат. Я же не знал, что это просто жизненная ситуация, брат. Ситуация, назовем так. Косяк, я грубо сказал. За такие вещи, брат. Как то было? Наказывай, это беспредел, брат, и предел кидаешь. Ажи, твоя куртка, брат, здесь не работает, здесь жарко. Что скажешь на это? Чуть попозже я тебе сниму. Чуть попозже я тебя сниму и закину, да? Брат, здесь тепляк. А так надо было все понадеть просто. Все прекрасно. Адидас старший, ты как без номеров здесь двигаешься? Без номеров жизни. Все, правильно. Хочу решать. Чемодан тоже самому приходится, видно, брат. Ну чё расскажешь ты, лей? Касум, чё делали здесь? Полтора месяца здесь. Серьёзно скажешь, домой едешь с нами? Иншалла, да. Слава, пацан, не могу найти. Как найти? Где найти? Wi-Fi есть, все есть, найти не могу. Чё это напоминать? Вот она бомба. Или вот это. Вау, вот мой самый любимый цвет. Вот так вот. Пульту есть, все есть. Главное найти. 4.55 или 6.25 вечер. Оба. Давай 4.55. Увижу где. Итак, друзья, группа поддержки в сборе. Тагир пустил воду в хату. Иншаллах, победа за нами. Смотрим до конца. Алмаз Дагестан. Выключили свет. Да. Баракаллах. Сарача залетает. Короче, у нас шары завтра последний день. Иншаллах, позавтра утром мы все будем гонять. Тоже немало, а они как поддержка. Зайну, Раю, Рамью, Яману, Марьяму. Время! А как он дышит? Стоим! Хорош, хорош! Абдурахман, вот эти шнурки, почему ты так сделал? Шнурки, брат, чтобы не останавливаться, брат, чтобы перерыва не было. А то некоторые, наоборот, расслабляют же, брат, чтобы отдохнуть. Ты 3 дня будешь, да, бегать? Нет, 40 минут. Я час. Ты час, тебе 23 часа. Ты час?
Он железно полтора часа выгулил. 40 минут, 5-20 минут, и мархи кири, и нахат. И пешком так, а у профессионала вот так вот все с собой, да? С собой. Это что такое? Это блендер, с собой принес. И сейчас коктейль, да? Оп, видишь, она. Вау. И пошел, бисмилля. Бисмилля. Все, приятного. Давай просто по трубам четко. И оттуда получается, да? Ну ты что скажешь? Хочешь знать, что думал? Скажи, что скажешь? Что думал, Хаджи? Ты в инстаграме, Мурадом, Мачаевым. Я хочу работать. Сразу начать. Хорошо, отлично. Вот, раньше всех тоже пришел. 9 часов, 6 утра садится, садились. Зверь.